Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами в поселке Багерово. Давненько мы здесь не были. После нашего затяжного путешествия из Керчи в Анапу и обратно на поезде, на рельсовом автобусе, мы возвращаемся вот в Багерово. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит, какие изменения произошли за время нашего отсутствия. Ну и вот, собственно говоря, начинается поселок. Посмотрите, какую кучу грунта завезли. Это грунт, вот если по виду судить, предназначен для благоустройства, для отсыпки откосов. Такой он более-менее плодородный. Так что вот развозят его туда, где нужно уже начинать такие работы. Летим мы с вами по улице Ленина. Это главная улица поселка. Ну а с правой стороны у нас, вот видите, Багерово станция, железная дорога. Как вы уже знаете, а может быть и не знаете, что объявили, что не раньше июня сдадут станцию Керчь-Южная в эксплуатацию. И, следовательно, станция Багерово будет дублером. Остановка поездов дальнего следования будет здесь для керчан и близлежащих поселков. Так что вот надо следить пристально, что здесь делается и что еще нужно сделать. В апреле месяце закупают еще 15, Крымская железная дорога закупает еще 15 новых локомотивов, 7 электровозов и 8 тепловозов, так как увеличивается парк локомотивов, увеличивается потому, что в апреле месяце добавляются поезда дальнего следования из городов России. Поэтому, собственно говоря, чтобы таскать эти составы, нам нужны тепловозы и электровозы. Ну вот, в количестве 15 штук их и будут закупать. В том году закупили 10, передали 10 тепловозов и электровозов Крымской железной дороги, которые сейчас благополучно и работают на территории Крыма и близлежащих территорий Краснодарского края. Ну а мы тем временем подлетели с вами к пешеходному переходу. В эксплуатацию он уже частично сдан. И сейчас мы с вами проверим. Вот посмотрели на него сверху. Вот так выглядит подход к шумзабору. Вроде на вид пешеходный переход один, а по факту их там два. И сейчас мы с вами по ним пройдемся и оценим готовность. Почему два? Если вот идти с этой стороны, откуда мы сейчас идем, с южной части поселка Багерово, вот заходим мы в пешеходный переход, это чисто переход с южной части Багерово на северную. С этой части пешеходного перехода не попадешь на платформы. В этом, собственно, сейчас мы с вами убедимся, поднявшись наверх. Накрыто все поликарбонатом, все сделано качественно, хорошо. Я вот оценил, пощупал, потрогал. Вот так выглядит железная дорога. Как мы видим, путь, основной путь здесь уложили, рельсы полностью, там множество стрелочных переводов, и сейчас его тут доводят до ума. Люди еще работают там. Это вот какой он был раньше, единственный путь, когда еще до такого масштабного строительства. Ну и вот, собственно говоря, последний раз, когда мы здесь с вами ходили, досками были вот эти шахты лифтовые заколочены. Сейчас уже стоят лифты. 2 марта была комиссия по приемке вот этих лифтов. Ну, не могу сказать, чем дело кончилось, но если они не работают, значит, наверное, какие-то замечания еще нужно исправлять. Всего их 4 лифта, с одной стороны 2 и с другой. Вот видите, как пешеходный переход разделен на две части. Вот лифт с северной стороны поселка. Ну вот нажмем на кнопочку, тоже проверим. Не работает. Спускаемся вниз и посмотрим. Вот здесь видите, все плитка тактильная желтого цвета.
Ну и люди работают, идет благоустройство территории вокруг пешеходного перехода. Все здесь уже сделано, но вот лифты еще пока не работают. А так, в общем и целом, все уже здесь готово. Вот видите, поликарбонат, вертолет где-то полетел, шумит. Где-то плиткой выложено, где-то асфальт, тротуарные дорожки уложили. Ну вот здесь совсем незначительно еще шумзабор не доделали. А так вот, видите, как выглядит все здесь. Люди уже ходят по этому пешеходному переходу. С одной части поселка на другую. И вот сейчас мы двинемся туда, чтобы пройти. Вот мы немножко прошли. Пришли мы вот оттуда. И сейчас пойдем по второй части пешеходного перехода, с которого можно попасть на платформы. Вот. Идет тротуарная дорожка. Посмотрите, здесь уже грунтом плодородным все отсыпали, но пока вот травки зеленеющие здесь не видно. Прозрачный шумзабор, что уже хорошо. Чистота здесь, посмотрите, порядок на станции Байгерова. И вроде как все выглядит достойно. Солнечная погода, такой легкий прохладный ветерок. Вот так выглядит на сегодняшний день станция Багерова. И вот видите, разрыв в шумзаборе. И люди некоторые, вот, чтобы не ходить по пешеходным переходам, переходят пока через железку. Вот напрямую, вот видите, идут. Специально я подснял. Вот с этого разрыва в шумзаборе. Это как раз вот этот разрыв. И по нему можно пройти на пешеходный переход. Там еще дорожку к нему не доделали. Но со временем вот тоже плиточкой уложат. И мы поднимаемся на пешеходный переход. Можно сказать, даже на второй. Два в одном. Вот. То же самое здесь. Только эта вот часть можно попасть на платформы. Вот здесь мы хорошо видим, что дальний от нас путь, вот где рабочие сидят на рельсах, как анекдот, да, один сидит на рельсах, второй подходит, подвинься, я тоже присяду. И поднимаемся, здесь то же самое аналогично, два лифта по одному с каждой стороны. Вот она, северная часть, здесь вот еще городок строителей, бытовки стоят. Ну, немножко вот шум забора осталось доделать. А так, в общем и целом, здесь тоже все по плану. Ну, как я уже сказал, до июня месяца мы с вами все думали, что в апреле месяце сдадут. Ну, по логике, вот тоже на кнопочку пожмем. Ну, пока не работает. По логике вещей, если в апреле добавляют поезда, то в конце апреля, то и... Керчь Южную должны были открыть, а нет, вот. Спасибо, мы попали. Вот тут надо заделать, чтобы школьники не прыгали, детвора. Думаете, прыгнут туда? Они залазят уже, мы шли. Да? Они залазят, это же, вы представьте, какая будет ситуация, если... Так вот здесь тоже не заделывают. Это только вот непосредственно путями заделывают эти решетки. Ну вот услышат вас. Требуют, чтобы сеткой закрыли вот эти проемы, а то дети лазят, видели уже тут. Ну вот мы переходим в сторону южной части поселка, тоже здесь такой же лифт. Пришли мы с того пешеходного перехода, хотя в одном все, и вышли на другой. Тоже пожмем на кнопку, не работает пока. И спускаемся вниз. Сам пешеходный переход готов. Немножко здесь осталось облагородить. Вот чем, собственно, здесь и занимаются. Работы не прекращаются. Идут. Ну, а вот при выходе с пешеходного перехода плитка лежит. И вот проем, разрыв в шумзаборе, там еще ничего не сделано. Хотя, вот видите, здесь вот плитка в упаковках еще стоит. Видимо, вот предназначена для этого участка укладка. Ну и вот так выглядит
станция Багирова в районе пешеходного перехода. Прямо рядом с ней светофоры. И вот видите, вот этот путь крайний к нам уже уложен. Это был один, он единственный был основной. Ну, на станции еще два было, конечно. Ну вот по нему до последнего времени все поезда ходили. Сейчас их перевели на другие пути, а этот старые рельсы меняли на новые рельсы, шпальную решетку. Выходим мы из шумзабора. Вот видите, здесь пока еще не сделал ничего. Хотя вот посмотрите, территорию за шумзабором облагораживают, собственно говоря. Ну и мы двигаемся с вами дальше и смотрим сверху. Прошлись по шумзабору, посмотрите, сколько самосвалов стоит. Потихонечку, потихонечку здесь вот отсыпают и очищают территорию, разбирают вот этот синий забор строителей. И обратите внимание, вот где стоят леса, здесь был разрыв и переход был к вокзалу. Сейчас разрыв в шумзаборе ликвидировали, установили шумпанели, и все, теперь только пользоваться пешеходным переходом. Их тут два. И в начале поселка, когда мы летели, там тоже действующий пешеходный переход. Его не закрывали, и, как говорят, вроде как и оставят. Электробаластер здесь стоит. Ну и давайте дальше прогуляемся с вами, посмотрим. В принципе, здесь все готово уже, давно уже готово. Так что пока вот Багирова будет замещать и станцию Керчь-Южная. И в 2020 году рассматривается еще расширение географии перевозок поездами дальнего следования, такими как Архангельск, Симферополь, Псков, Нижний Новгород, Евпатория, Петрозаводск, Феодосия. Ну а в планах на 2021 год вообще запустить рейсы в Симферополь из Брянска, Астрахани, через Махачкалу, Смоленска, Белгорода и других городов. Все будет зависеть от того, какой результат покажут перевозки по открытым и открывающимся направлениям. С 25 апреля в Симферополь начнут выполнять рейсы из Мурманска и Екатеринбурга. Поезда из Екатеринбурга будут следовать по двум маршрутам через Казань и Волгоград. 27 апреля Москва-Севастополь, а с 29 начнет курсировать состав из Кисловодска. Вот на таких хороших и оптимистичных новостях, дорогие друзья, мы с вами и заканчиваем этот обзор. Ну и традиционно, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, а кому не понравилось, делаем то же самое.